КНДР ускорила производство ракетного топлива, СМИ. Сотрудники американской разведки заявили, что в Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах. Об этом сообщил в субботу, 30 июня, телеканал NBC со ссылкой на сотрудников американской разведки. Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство. Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшение арсенала или на прекращение производства топлива и компонентов для ядерных боезарядов, РЭД. Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США, заявил один из собеседников NBC. В США назвали сроки ядерного разоружения КНДР. Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.